есть опоздание где-то в срок на неделю, поэтому я попрошу соответственно с графиком производства работы максимально. Исполнение внутри непосредственно проведения строительных работ. Обращаю внимание, так ко всем касается, к первому и второму дому по соблюдению техники безопасности при производстве работ. То, что по второму дому не заблокированы выходы на балконные пролеты, это нарушение. Является нарушением, необходимо заблокировать, чтобы случайности у нас не было, ситуации много может быть. Кроме того, наблюдаю о замусоренности внутри этажности, которые находятся в домах. Это все накапливается, потом у вас времени гораздо больше будет уходить уже на другие работы. Поэтому попрошу культуру проведения строительных работ все-таки улучшить. Ну и самое главное, что знаете, те сроки, которые у нас находятся, порядка 15-17 октября, они прежние. Движения сроков не должно быть, поэтому прошу на это обратить внимание. Какие вопросы? Хорошо, иначе мы гарантии. Время еще есть, хорошо, что вы предупредили, по крайней мере, готовьте письмо. Руководитель УКС к вам обращаясь на контроль заданного вопроса. Действительно, место здесь своеобразное, болотистое. И, конечно, потом, чтобы не получилось так, что, ну, вернее, все равно срок гарантийный он есть, правильно? И я понял вашу беспокойство. Хорошо, что еще? Если вопросов нет, все тогда.